А может, я тоже? Со мной, да, да, за компанией. Если это видео наберет 1 000 000 просмотров, мы с Костей... Всем привет, с вами Марисен, и сегодня у меня в гостях мои друзья... Костя Давыдов и Герман Чердых. Сегодня у нас будет очень необычный челлендж, его... Нету на русском ютубе, мы первые. Да, назвали мы его «Вверх дном челлендж». Как называется эта штука вообще? Это называется... Коптер. Нет, не коптер, сейчас. Завораживатель. Нет. Очкарики. Не-не-не. Когда переворачивается, это... Диоптрия. Диоптрия. Диоптер, что-то такое. Квадродиоптер. Ну давай посмотрим. Инвертокоптер. Нет. Инвертокоптер. Нет. Да, он инвертирует же. Это вещь, которая тренирует наш мозг. Инвертоскоп. Инвертоскоп – это очки, которые переворачивают изображение. Я их ни разу в жизни не одевал. Ребята их уже одевали. Да, мы пробовали. Как они мне обещают, эффект просто потрясающий. Ты превращаешься в ребенка. Дети несколько месяцев после своего рождения видят изображение глазами перевернутым. И эти очки позволяют вернуться в то восприятие. Очень сложно даже налить стакан воды в другую емкость. Я им не верю. Но говорят, сложно. Мы не пробовали. Так что сейчас мы будем пробовать. Да, какие у нас правила? Кто больше нальет, ну, у нас одинаково воды в чашках, как это сказать? Емкостеприемник. Кто вот водоприемник. Кто вот этот водоприемник нальет больше воды, тот и выиграл. Тот победил. Первый раз в жизни одеваю эти очки, мне очень интересно. Ага. Давай, бери. Стакан. Стакан. Я ничего не понимаю, ребята. Стакан я беру. Бери. А, ну все, это очень просто. Просто? Я чувствую себя ребенком, правда. Так. Ребята, я чемпион. Ну что, попробуем, да? Ну давай. Вот так, за, у да. тебя зато классная прическа теперь. Бери стакан на весу, наливай так же, как я. Ты что, гонишь, как ты это сделал? Мне кажется, я сейчас буду мокрый. О, налил. Отлично, прям на часы. Надеюсь, они водонепроницаемы. Все! 200 миллилитров. Ты готов, да? Да. Только не из этого, а да. Вот так удобнее. Воздух не надо переливать. Хотя, если ты умеешь... Ну, я чемпион, уже сам. Блин, я проиграла, что ли? Какой неприятный звук. Рождает ассоциации. 280 миллилитров. Мне кажется, нам нужно усложнять задачу. Давай усложнять. Как оказалось, это довольно простое задание. Мы решили усложнить задачу. Налить узкое горлышко. Боже, мне кажется, тут сейчас все мокрое будет. Есть немножко, да, сложности, проблемы. Вот это уже интереснее. Я серьезно, так, не пролить. Ну это же интересно. Четко? Четко. Все, я чемпион. Как дела? Марш. Ну пожалуйста, Маша, ну, ну что ж такое? Отлично. Я клянусь, не могу. Ну блин. Отметим отметочкой. Давай. Давай. Не-не-не, это сложно. Нет, не надо. Не, нормально, смотри. И что? Четко, прям как я, абсолютно. Один в один? Один в один. Офигеть, один в один реально. В этом раунде... Проиграла Маша. Победила я. В этом раунде победила Марисен. Мы не можем спорить, потому что как бы все. Мы сейчас будем рисовать Микки Мауса. Это нереально, по-моему, невозможно. Это мозг. Два, на это у тебя есть минута. 30 секунд осталось. Да? Да. Сейчас я ускорюсь, ничего страшного. Все, готов. И вот у него шапочка. Знаешь. Какой ужас, боже. А это вот одно ушко, это второе? Не, вообще уши, вот они. Вот глаза. А, ты вверх ногами рисовал. Ну, конечно, а как еще? Сейчас тебе буду рисовать Микки Маус. Лучше, ну, чем... Ну, чем я точно. Потому что если хуже, чем я рисуешь, это позор. Ушки есть. Другую сторону, Маш, другую. Я вижу Кремль. Даже, в принципе, можно угадать, кто это. Смотрел «Вспомнить все»? Да. В момент, когда Шварценеггера глаза выскакивают. Что-то похожее есть. О, ничего себе! Представляете, мы перевернули, и получился Микки Маус. Я просто глупый и не понимал это. Смотри, реально. Микки Маус, Микки Маус. А вот у меня, как не переворачивай, это просто бред сумасшедшего. Это реально крутое ощущение вообще. Как же я не догадался, что нужно было просто два кружочка сначала нарисовать. Так обманывает мозг, ты хочешь нарисовать вниз, а рисует вверх. Наступает ступор в какой-то момент. Но я чувствую, как у меня мозг развивается. Да, мне кажется, это очень полезно. Говорят, вроде да. А может быть вредно. Но все равно он, раз. Он лучше всех сделал. Два. Причем он нарисовал сразу, не надо ему переворачивать, ну, офигеть. Ему повезло, потому что он последний был, он увидел наши да, ошибки. Да, я тут работаю над ошибками. А мы ему, в принципе, фору даем, он всегда последний, что вот он.
Ну все, молодец. А, я еще его в эту сторону написал? Да, да, да. Я не понял, как ты это сделал, но да. Мне кажется, это для психологов очень хорошее. Такой тест. Понять, как у человека развито пространственное мышление. У меня хуже всех. И как вы думаете, выиграл кто? Костя! У нас нестандартный блок. У вас, точнее. У тебя, точнее. Ну, а следующий раунд у нас пятый раунд. Пятый раунд. Ну, четвертый, на самом деле, но у нас... Так как мы это мы, у нас пятый раунд. Надо пройти вот эту вот полосу препятствий. Если это можно назвать полосой препятствий. Она выглядит очень легко, но в очках я не думаю, что это будет очень легко. Ничего себе! Охренеть! Ой, я ничего не понимаю, ребята. Большая проблема понять, где лево, где право. Куда мне, направо, налево? Вот видишь? Ах, черт. Нет. А сейчас не подсказывайте сесть на диван, я не знаю, где диван. Пронесло. Пронесло. Молодец. Шоу начинается. Так, у меня что, равновесие не очень. Это со стороны выглядит, наверное. Где это? Ну, я тебе совет, поворачивай голову сразу по направлению ноги, тогда ты будешь понимать. Спасибо за советики. Самое интересное будет диван. Да. Только не сядь на пол. Садись. Я вам хочу. Тебе нужно пройти максимально быстро, чтобы победить. В конце тебе нужно запрыгнуть на диван. В смысле? Ногами. Вот так? Да. Без проблем вообще. Давай, давай. Так, смотри. Оба. Это препятствие. Ну давай быстрее, ты же чемпион. Чемпион, чемпион. Чемпион, оп, ускоряешься. Оп, и запрыгнуть на диван, это будет... Это вообще будет финиш. Победа. И запрыгивай. Давай, давай, давай. Раз, два, три. Ну... Раз, два, три. Я думаю, вам был интересен такой челлендж, потому что это очень необычное видео такое. Мне хотелось бы вообще сказать спасибо Маше, потому что я такими вещами занимаюсь впервые. Такими вещами, да, занимаюсь впервые. И, как оказалось, это действительно интересно. Я надеюсь, что еще куда-нибудь меня пригласите, еще что-нибудь мы будем делать. Нам нужны больше всяких инструментов. Нужно больше гаджетов. Электрошокеры, катапульты испробовать. Вот, катапульты, надо катапульты испробовать. Кто за, ставьте лайк под этим видео. Если наберем много лайков... Я полечу с катапульты в Москва-реку. Мне кажется, их будет очень много. Если миллион просмотров будет у этого видео, то Костя прыгнет с катапульты в Москва-реку. Но весной, когда там не будет льда, потому что это самоубийство. Миллион просмотров. Ура! Распространяйте видео, если вы хотите это увидеть. Да, я сделаю это, реально. А может, я тоже? Со мной, да, да, с компанией. Если это видео наберет миллион просмотров, мы с Костей прыгнем с катапульты в Москва-реку. Да, а катапульту мы сконструируем сами. У меня уже есть идеи. Да, и снимем видео, как мы будем конструировать эту катапульту. Да. И мы сейчас не обманываем вас. Я говорю точно. Обещаем просто. С катапультом в Москва-реку. Ставьте палец вверх и много просмотров, потому что я хочу это увидеть, и вы должны это увидеть. Зачем я это сказал? Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой канал. И подписывайтесь на ее канал. Ставьте пальцы вверх, вниз не ставьте, потому что у меня такого нет. И, конечно же, с вами была Марисен, Костя и Герман. Пока на связи через камеру. XO. А смотрите, как я без них прохожу. Ну, так на меня смотрите. Дотронься до меня. Сейчас, сейчас. Очень быстро учишься. Я просто самый младший. Да. Я ближе всего. Спасибо, братан. Спасибо. Эй! Что? А, ты? Такой, да мне тоже прекрасно, я тоже хочу. Поймай кошку. Она снизу. Ребят, сейчас на вас. Что делать, что делать? Что делать? Что делать с водой? Что делать? Нам нужен высушиватель. Все, отлично. Чемпион.